Фермеры Актюбинской области собирают небывалый урожай зерновых. По предварительным подсчетам, средняя урожайность в этом году составляет 15 центнеров с гектара. В некоторых районах показатели вдвое выше. Сейчас на полях находится моя коллега в регионе Айсулу Махмутова. Она с нами на прямой связи. Айсулу, доброе утро. Сколько зерна уже собрали аграрии? Какая ситуация с хранилищами? Доброе утро, Динара. Сейчас мы стоим на территории Новоальжанского мелькомбината, где находится самый крупный элеватор в области. Его вместимость составляет 135 тысяч тонн. Активная работа на предприятии началась в конце августа. С тех пор специалисты трудятся круглосуточно, включая выходные. В приемке зерна задействовано порядка 100 человек, и к настоящему времени на хранение уже отправлено 50 тысяч тонн урожая. Сельхозпродукции привозят практически каждый день из всех районов области, но больше из самых зерносеющих – Алкинского, Хромтауского, Мартукского, Каргалинского и Айтекибийского. По словам гендиректора мукомольного предприятия Каната Топаева, качество зерна в этом году превзошло все ожидания. В принципе, Актюбинская область всегда ценится зерном сильного качества, 14-15 протеиновое зерно. Неплохое, выполненное, и урожайность в этом году лучше, чем в прошлом году. Здесь нет таких ограничений по срокам, сколько можно хранить. Они могут хранить и до следующего урожая. Зерновыми культурами в Актюбинской области засеяли 370 тысяч гектаров земли. Убирать урожай начали после 20 августа. А сегодня работы завершены на 90%. Средняя урожайность 15 центнеров с гектара. Но есть отдельные местности, где результат еще лучше. По информации Управления сельского хозяйства, это небывалый для региона показатель с 2016 года. Собранный урожай хранится на 7 элеваторах, которые сегодня работают на полную мощь. Кроме того, во многих крестьянских хозяйствах есть свои склады. В целом в уборочной кампании задействовано более 2000 единиц спецтехники. Фермерам было предоставлено 11 тысяч тонн удешевленного топлива. Уборочная кампания в регионе близится к завершению и завершится уже в ближайшие дни. Это вся информация, Динара. Спасибо, Айсулу.